Защита национальных интересов начинается с границы. Сегодня на участке ответственности Брестской пограничной группы торжественно открыли современную заставу Орехово. Подразделение среди леса рядом с линией белорусско-украинской границы. Участок ответственный, под охраной более 30 километров сухопутных рубежей. Рядом пункт пропуска. Только за год здесь задержали 17 контрабандистов. На новой заставе созданы комфортные условия. В теплых модулях комнаты для сна, есть баня. Преимущество модульной заставы в ее мобильной. В случае необходимости комплекс можно оперативно переместить на другой участок. Ранее пограничная застава дислоцировалась на пограничной комендатуре Малорита. Сейчас, благодаря переезду ближе к границе, увеличилась эффективность охраны государственной границы. Личный состав доволен, готов выполнять поставленные задачи. Помощь пограничникам – современная техника, волоконно-оптическая система «Ворон». Погода, дикие животные или нарушитель – пограничники действуют по горячим следам. Обсудили сегодня недавний инцидент в небе, когда украинский вертолет нарушил воздушное пространство Беларуси.